На Первомайском проспекте у здания военного госпиталя пора вешать оградительную ленту. Прохожие бьют тревогу, ведь куски разрушающихся архитектурных элементов могут упасть на них. Плачевно, наружность плачевно. Я говорю, есть над чем работать. Я обратил внимание, валяются камни, шел мимо и подумал, надо бы обойти, иначе можно попасть под град камней. Да вообще ужас какой-то. Столько выделяется денег на военные вот все нужды, и это просто безобразие, тем более в центре города. Очень плохое, очень плохое. Пора его сделать хорошим. Он заслужил. Люди, которые некогда работали в военном госпитале, говорят, что его давно пора привести в надлежащий вид. Здание могло бы украсить наш город. Я в этом госпитале работала санитаркой, ушла на пенсию работала. Ну, старое здание, ему уже 100 лет, ремонт делать надо. Уже сколько я уже не работаю, уже ушла, 3 года, и все, обещает. Еще одно здание, требующее ремонта, расположено по адресу Ленина, 33. Вокруг него оградительная лента. Сергей Николаевич, житель дома, рассказывает, что 3 года назад здесь проводился ремонт. Они начали долбить перекрытие и весь наш дом нарушили после ремонта, между прочим, фасада. Весь пошел в трещины, там трещины, внутри трещины, везде. В июле этого года рабочие вновь начали ремонтировать дом 33 на улице Ленина. Жители надеются, что работы не причинят дому вреда, как в прошлый раз. Вот эти отливы все поставлены с нарушением. Они должны были сделаться в стену, заделываться, а они просто сверху их потом положили. Под них идет подлив, естественно, еще удары добавились, и все будет отлетать. Волнует горожан и здание бывшей швейной фабрики, которая расположена на Фурманова, 60. В данный момент дом постройки 30-х годов 20 века сдают под магазины и офисы. При этом фасад дома разрушается, и уже несколько лет здание обнесено забором. Ну, уже, конечно, в упадке. Но тут, может быть, тоже как-то его выкупить и отремонтировать. Тут даже опасно ходить. Вот я знаю, что одна женщина, как-то ей на голову свалилась. И вот этот переход сделан тоже плохо. Он весь шатается, то гляди, упадешь. Как вы оцениваете его состояние, вот это? Вот это? Да. Отвратительное. И это, между прочим, давным-давно. Особенно вот этот вот проход. По нему пройти невозможно. Вот. Потому что, ну, неправильно сделано. Просто-напросто доски прогибаются, надо просто подстилки подложить, да и все. Тем временем собственники бывшей швейной фабрики требуют исключить здание из списка объектов культурного наследия. Горожане надеются, что и здание бывшей швейной фабрики, и военный госпиталь, и дом на Ленина, 33 будут отремонтированы должным образом. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».